Доброе утро, дорогие друзья! Вычистила палисадник. Вот такая осень красивая. Цветет все так странно как-то. Ну как цветет? Трава какая-то цветет. И вот обнаружила розочку. Представляете, распустилась. Морозы пережила. Такая красота. Надо срезать домой, занести. И вот еще бутончик. Не знаю, распустится, нет. Успеет, нет. Так все розы уже отцвели. Все. Наверное, срезать уже их надо. А вот это вот самая стойкая. Стоит тут одна одинешенькая, такая красивая. Красота какая. Розовенькая такая. Ягодки на ней стоят, что-то я их не собрала, они уже поспели, созрели. Ай! Угу. Не горькие, надо, наверное, собрать и в морозилку положить хоть. Маленько, но будет. Боярка стоит. С ягодками тоже не собранными. Черемуха вот так вот у меня в рост пошла хорошо. Надо будет весной. Черемуха. Что я ее всю черемухой-то обзываю? Вишня. Кустовая. Нет, это не кустовая, кстати. Это... Она должна быть деревом такая. Ну, а растет что-то как куст. Наверное, мало я ее обрезала. Вот это тоже вишня прижилась. Она вот как дерево растет тоже. Калину надо будет обрезать весной. В зиму я что-то никакие саженцы не обрезаю. Видела, люди обрезают и крыжовники, и все. Я побоялась. Кошак слился с колесами одного цвета стал. Набрала семян цинии. Буду сейчас шелушить. Надеюсь, будут свои цветы. Шафраны. Есть низкорослые, есть высокорослые. Высокие были, желтые такие, длинные. А это маленькие. Набрала черноплодные рябины вот такой вот. Ситечко такое большое. Еще примерно такое же дома намытое лежит. Вот ее надо заморозить. Мало ли куда пригодится. Вот такое вот у меня дерево. Небольшое. Тоже вон в разные стороны полезла. Надо, наверное, откапывать вот эти росточки. В свое время посадила его в колесо. Был маленький росточек. Так что, если кому надо черноплодные рябины, приходите весной. Не сейчас. В общем, вот так вот все убрали. Почистили. Красота, да и только. Жалко мне розочку, чтобы не замерзла. Во, кстати, еще одну не заметила. Как я ее не заметила? Смотрите, какая красивая. Розовая. Обалдеть. Еще одна распускается. Вот. Вот розочка. И вот розочка. Два кусточка у меня радуют. Красоту дарят осенью. В общем, вот такая красота. А пока я ее, наверное, срежу, домой занесу. Она как отдельная веточка стоит. До скорых встреч, до новых видео. Заходите в гости. Будем делать еще какие-нибудь салаты на зиму. Кабачков море осталось. Пока-пока.